Всем привет, вы на канале Фордмак, и мы снова проверяем себя на прочность нашей чертовой лицевой мышцы. Улыбку будем сдерживаться до самого конца. Зачем? Просто так, потому что, если честно, скучно, а такой, знаете, челлендж довольно веселый. Да, я часто проигрываю, но, возможно, новая подборочка от Союза Смеха позволит мне выиграть. Хотя я в этом нахрен уже не уверен. Так, стоять! Каменные мышцы! А вы пишите в комментариях, кто засмеялся, а кто нет. Ну что же, поехали! Каменное лицо, 3, 2, 1, погнали! Знакомая фигня. Нахуй иди. Окей. Какой вежливый. Чё это, блядь, значит? Потому что, я же сказал, это не штрих-код, это волосы. Я уже сказал. Пока. А я реально подумал, что штрих-код. Ля, сколько пива. Нет, нет, нет! Я командир вашего взвода, старший инструктор по строевой и боевой подготовке Хартман. Начиная с этого момента, вы будете говорить только тогда, когда к вам обращаются. И первым последним словом... Так, кто у нас умник, кто у нас куча? Кто шутник? Пиздец! Ля. Нихуя себе! Ебануться! Блять! Реально? Чё? Я беременна. Ты беременна? Типа чё, она падает, что ли? Я беременна. Вот так надо съебываться! Берите большие рюкзаки и застёгивайтесь, чёрт подери. Обожаю этого чувачка, просто обожаю его. Спокойно, спокойно. Сейчас будет страшная какая-нибудь херня, по-любому тебя напугает. Быть этому готова, пожалуйста. Да, это буду я! Сука! Скажите, пожалуйста, а вы где берете мужиков вот после 30? Мне куда, в МФЦ идти или как бы на госуслугах? Сегодня тебе повезло, сучка. Что, Бёрн пытается, что ли? Ритуал, с помощью которого можно заставить продавщицу открыть вторую кассу. О боже. Ни хрена себе. Мощно. Орангутан, кто боссыш? Шот нас тут жде? Нас жде тут. Чё ты там булькал, я не услышал. Блин, может заходить? Да, всё. Орангутан решил ответить. 9, 8, 7, 5, 6. Совсем разучился считать, бедняга. Как так можно было дергать? Вот серьезно, как? Еще у меня в прошлой игре не было ни одного болеутоляющего. Теперь у меня их два. Можно долбиться в, в сражениях. Он сверху, блядь! Друг, он стреляет с очень сильной пушки с глушителем. А откуда он? Я не знаю, может из Новосибирска, блядь. Ты спроси, сука.
Ну-ка, кто там у нас? Да, что такое? Кто это? Господи, боже мой. Что такое? Отвали со своим этим самым. Давай, мальчик. Не, уходи, бегу. Да иди ты нахуй, слышишь, бля? Я думаю, там пилюльки. 18 пилюлек. Хитрожопа. Везло. Так нежно, нежно. Ребята, мы в Дагестане. Вот так вот будет. Я уже плюкаю ингредиторной пушки. Ложись ночью, будешь ты так целую ночь лежать, за то, что папе спать не даешь. Ты меня понял? Наглец. Дикий кот какой-то дома живет. Бедный котик. Так, 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 так. Тихо, тихо. Он может нарисовать что-то опасное. Аккуратно. И он нарисует. Да. Nice. Что еще можно нарисовать в онлайн игре? Сейчас бы радоваться 15, как и в жизни. Когда мы 12 привели! Нифиг. Никогда не пей кофе в пластиковом стакане. Замени его на обычное разливное пиво. Ух! Ну что, ребятки-то? Я выиграл, наконец-таки, спустя столько времени. И сразу же проржался после этого видео. Твою мать. Да, наконец-таки я смог выдержать хотя бы один, мать его, разочек. И что в итоге? Да, подборочка оказалась не такой прям смешной. Все-таки предыдущие были реально куда ржачнее. Может, просто такая подборочка. Не все же время ржать, как конина. Но все-таки ставлю подборки. Респект и лайк. Получилось неплохо, но... Наконец-то! Наконец-то! Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Жмякайте на кнопку колокольчика. Ссылочки на Donation Alerts и ВК в описании. Поддержи канал монеткой. И обязательно подпишись на канал Союз Смеха. Всем удачи и всем пока!